закончил эти это парикмахерские, и все, и работать в салоне, живые деньги получает. Да. От подстригли они там, это самое, стрижка там 500 рублей, да, пройдут там 10 человек, считай, за день, 5 тысяч, ну, администратором там, ну как, ничего. Ну, как-то и непривычно это. Ну, непривычно, потому что привыкла ты к длинным этим самым. Да нет, я просто к чёлке как-то. Я хотела бы, чтобы тебе чёлку как-то бы... Она наискосок мне наискосок сделала. Она не сделала мне прямую и не сделала просто такую тупую. Она мне просто сделала её это. Ну, понятно. Наискосок, чтобы немножечко как-то это... Сейчас я сама ещё перечешу. Сейчас я перекушу, потом в парк прогуляемся, да, Юльке, я это, Юльке в каталоге заброшу. Вот, сейчас я хочу немножко. Она старалась сохранить, чтобы это она покрасила мне корни волос и потом по длине там оставшуюся краску, так что у меня волосы покрашены теперь уже. Париться не надо тебе. То есть краска-то моя, да? Ну твоя-то. Не такие облезлые, как были.